36-летняя Мерьем Узерли, похвасталась роскошными образами из светского мероприятия. Звезда сериала «Великолепный век» удостоилась престижной награды за свое творчество. Немецко-турецкая актриса побывала в Доминикане, где состоялся фестиваль кино и музыки Кена Дорадо Докта. Мерьем тщательно подготовилась к рауту. Она блистала на красной дорожке в потрясающих платьях. Узерли представила поклонникам шикарный образ, который напомнил свадебный. Звезда облачилась в длинное белоснежное платье невесты с обнаженными плечами от немецкого дизайнера Лана Мьюла. Глубокое декольте подчеркнуло пышную грудь актрисы. Она предпочла лаконичную укладку и сделала нежный макияж в персиковых тонах. Лук дополнили серьги и кольцо с бриллиантами. Мерьем вскоре сменила наряд на другой. Она появилась перед камерами в асимметричном полупрозрачном платье нежно-розового цвета. Высокий вырез акцентировал всеобщее внимание на стройных ногах популярной шатенки. Аутфит дополнили аксессуары, блестящие босоножки на шпильке и браслет. Молодая мама также позировала на фото Калё в пышном красном платье из фатина. Оригинальные вырезы на лифе подчеркнули достоинство фигуры Узерли. Она получила почетную премию и снялась со статуэткой. «Меня наградили званием «Лучшая международная киноактриса». Я более чем счастлива, благодарна, польщена». Большое спасибо членам правления, организаторам и всей команде за эту прекрасную награду этого невероятного кинофестиваля. Это большая честь и удовольствие. Поделилась радостью Мерьем. Артистка встретилась на Кена Дорадо Докта со своей российской подругой Викторией Боней. Женщины весело отдохнули вместе. Мерьем Узерли вызвала восторг фанатов, снявшись в прозрачном платье без белья. Она устроила гламурную фотосессию в сердце Франции.